Такого концерта в боливийском Ла-Пасе еще не видели. Музыка льется над горами, а поблизости виднеется свалка. И это не случайно. Все инструменты выступающих сделаны из мусора. Музыканты смастерили виолончели, арфу, скрипки и контрабас. Материалом послужили кастрюли, ложки, вилки, жестяные банки и даже старая обувь. Это одна из лучших виолончелей из такого материала. У моего коллеги тоже есть подобное, сделанное совсем недавно. Их звучание такое же, как у обычных виолончелей из дерева. Все эти отходы собрали на свалке в столице Парагвая. Необычная музыкальная труппа тоже приехала оттуда. В их руках мусор перестает быть мусором и становится музыкой. Переработка отходов, человеческое тепло и талант молодых людей слились в одно целое и превратились в оркестр, который передает послание с глубоким смыслом. Думаю, такое по силам и другим людям. Парагвайский оркестр выступает только с одной целью – призвать людей перерабатывать отходы. На концерте в Ла-Пасе собрались в основном дворники и мусорщики. Хороший концерт. Меня удивили эти инструменты, сделанные из вторсырья. Они лучше настоящих. Концерт в Ла-Пасе состоялся в то время, когда власти города стараются уменьшить вредное воздействие свалок на природные источники воды и окружающую среду в целом. Ежедневно в городе выбрасывают 670 тонн отходов. Парагвайский оркестр был основан в 2012 году. Он выступил уже в 51 стране. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.